Ты понимаешь, такая ситуация. Вот ты зря, ну, как бы препятствуешь, чтобы я позвонил. Вот. Если звонят с одного номера, приезжают через час. Если звонят с двух, приезжают через 40 минут. Если звонят с трех, приезжают через полчаса. Если звонит весь двор, ну я тебе просто я говорю. Я тебе объясняю, тебя сейчас задергают, тебя крайнего сделают. Ты понимаешь это или нет? Да я знаю, сейчас как надо правильно вызывать. Сейчас все рассосутся, а тебя будут дергать. Не переживай. Какого хера ты вызываешь? Я знаю, как правильно вызывать. Не переживай. Какой пропагандище, когда я его схватила, когда вы с вас, блядь, с черной кепки получил, когда он через это ушел, вот вы втроем. Одного из вас схватил и бежал к кому? Сзади, блядь, еще у вас здесь толпа была. Кто ударил? Когда Евгения били вот здесь, опа, и бутылку. И когда я подбежал, уже стоял, чтобы его не трогали. Что, не так было? Что, не так? Человека повалили, ты здоровый, подбежал, бьешь лежачего. Подожди, слушай, ты здоровый, бьешь. Я чего старого? Послушай, блин, с ноги, молодой. Почему кого поднимаете? Конечно, для молодого пизда. Кто молодой пизда? Ты же бабу ее. Какой 40? Я могу здесь. Какой 40 мне лет? Мне 35. О, вообще, зачем ты? 15, это пиздец. Так ты посмотри, ты разберись, тут больше людей. Слушай, а почему вы толкнули меня на одного на людей? Сначала ты один на один. Не, послушай, когда мы один на один, слева кто полетел, кто его подписал, значит, а? Один, второй, третий, четвертый, когда я тропану, тогда вы со мной тут толпу. Если они тут плакать будут друг друга на плече, брататься, ты мой навеки, у нас тебе. А я ненормально вас попросил, ненормально. Шли. Пошли. Если он уважает старших, почему он начал?